сегодня первый день и наше первое задание. Знаете, для меня этот урок один из самых важных. Он называется «Ты звезда». Что такое розовые очки? Если посмотреть на наш мир, то в нашем мире огромное количество мест, где мы можем получать удовольствие. Несколько уроков мы с вами фокусировались на вашей цели. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как важно фокусироваться на удаче. А сегодняшний урок называется «Реакция устрицы». Давайте вообще поговорим про устрицу. Что происходит с устрицей? У устрицы есть такая раковина. Сегодня мы давайте с вами поговорим о том, как создаются шедевры. Что такое двери? Двери – это как раз-таки та самая история, когда ты действительно решила идти к своей цели, и тебе нужно, что у нас бесконечное количество вариантов. И это действительно так. Когда-то давно. И после того, как ты приняла решение выбрать себя, после того, как ты избавилась от всех созависимостей, после того, как ты научилась управлять матрицей и быть с ней во взаимодействии, и для того, чтобы нам с вами соединиться с душой, я сегодня хочу предложить вам сделать медитацию. И сейчас сядьте поудобнее. И закройте свои глаза. И вы закрываете свои глаза и видите себя, сидящей на этом стуле. И сейчас видите, как светлый, чистый поток энергии начинает спускаться к вам. Вы видите, как этот поток энергии... Вот, когда ты поняла, что ты идеальна, когда ты поняла, что у тебя есть огромное, большое сердце, которое может просто так любить, давайте поговорим про деньги и про вашу реализацию. И когда ты вступила на порог новой жизни, тебе нужно выйти в деньгах тоже на новый уровень. А чтобы выйти на новый уровень в деньгах, ангел-хранитель, он всегда есть с тобой. И сейчас, пожалуйста, закрой глаза. Закрой глаза и расслабься. И представь, как ты сидишь на своем стуле. И представь, как перед тобой стоит человек. Этот человек пришел сюда, чтобы поддержать тебя. Этот человек всегда за тебя. Этот человек всегда ради тебя. Я желаю тебе удачи и полетели вместе в наше счастливое будущее. Полетели вместе в нашу волшебную жизнь.